Друзья, привет! В этом видео коротко хочу вместе с вами поговорить о таком достаточно распространенном приеме игры на гитаре, как глиссандо. К сожалению, не все им пользуются, а напрасно, потому что он может достаточно эффектно украшать мелодию, даже если элементарно используется всего несколько ладов для этого приема. На самом деле, этот прием на практике выглядит следующим образом. Когда вы щипаете одну струну на каком-то ладу, и по этой струне проводите пальцем до определенного лада. Теперь смотрите, в качестве примера давайте мы с вами сыграем одну известную мелодию. Это гимн восходящему солнцу, шотландская мелодия. Вначале наиграем ее, может быть, часть наиграем без использования этого приема, а потом попробуем его интегрировать в эту мелодию и попробуем услышать еще разницу. Вот играю просто по нотам. А теперь давайте попробуем вот этот элемент глиссандо по возможности внедрять там, где его можно интегрировать. Вот он, видите? Даже на один лад уже украшает. Еще раз. Вы слышали, да? Уже мелодия приобретает своеобразный окрас. И здесь мы это глиссандо использовали как в восходящем варианте, так и в нисходящем. Ну, например, вот мы играем вот этот восходящий. То есть вы когда снизу наверх щипаете, как бы проводите пальцем, и у нас получается здесь неудобно, вот опять здесь неудобно, опять наверх, а здесь вниз. Опять наверх, теперь вниз, наверх, оставляем, вот здесь можно наверх, и опять наверх, и опять наверх. Так что используйте этот приемчик, я думаю, что он может украсить вашу игру на гитаре и придать особенную какую-то изюминку звучанию той композиции, которую вы исполняете. Если эта рекомендация показалась вам полезной, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик для того, чтобы получать оповещения о том, как выходят новые видео на канале. А мы с вами встретимся уже в следующем видео. Всего доброго, пока-пока!